Мои дорогие, перед началом я хочу показать вам вот это видео. Yeah, I don't know how you managed to do that the first time, but I think it's gonna be a lot harder the second time. Good. Now slowly pick it up. Very nice. And that, my friend, is how you ride your bike with your pet chicken. Just a bull and his pet chicken. Где парень садит курицу на велосипед и уезжает с ней. Почему? Потому что он не знал, что это невозможно. Еще одна история. На одном заводе, не помню на каком, над молодыми пришедшими людьми, как бы, в виде издевательства давали им первое задание. Сделать матовую лампочку. И, соответственно, на тот момент это считалось невозможным, и все смеялись с этих людей, которые тратили время. Но один парень принес и говорит: вот, смотрите, все, я сделал, выполнил ваше задание. И все были в шоке, и он смог это сделать только потому, что он не знал, что это невозможно. И я вот хочу вам дать такую, знаете, пищу для размышления. Дело в том, что вот если взять девушку с лишним весом и стереть у нее память, ну, условно говоря, она утром просыпается, это новый человек в сознании в своем. Тело старое, навыки старые, но он не помнит свой предыдущий опыт. Он помнит, как его зовут, у него есть навыки, те, которыми были, там, писать, читать, изучение языка, какие-то другие профессиональные навыки, но он не помнит свой весь предыдущий опыт. И такая девушка начнет худеть, просто сразу же начнет худеть. Почему? Потому что у нее не будет тех привычек, которые у нее сейчас есть. У нее не будет тех триггерных моментов, триггерных ситуаций, которые вызывают у нее эмоции, которые вызывают переедание. У нее не будет ассоциативного переедания. То есть, когда девушка приходит на работу, каждый раз она там пьет чай с печенькой, еще с чем-то. И приходя на работу, она уже хочет, у нее уже начинает бурлить, урчать живот, у нее уже начинает падать уровень сахара и так далее. Или вот, допустим, человек все время ест на кровати, садится на кровать, у него уже поднимается аппетит. Так вот, всех вот этих триггеров у нее не будет, и она будет худеть. И у нее не будет негативного предыдущего опыта, потому что она его не будет помнить, и она как с новыми силами, как в первый раз, будет худеть. И это опять же возвращаемся к выученной беспомощности. Сильно подробно про нее рассказывать не буду, мы уже несколько раз это обсуждали, и можете попросить девочек, они скинут ссылки. И зная это, ты можешь понять, что все твои внутренние ограничения, все твои внутренние страхи, все твои «а вдруг у меня не получится» связаны с предыдущим негативным опытом. И если ты сможешь провести связь между твоими страхами и тем, что у тебя сейчас не получается, между твоим каким-то негативным опытом, который у тебя был, то ты можешь себя в этом переучить, переубедить, дать новые знания, дать новые убеждения разными способами. Либо терапия, либо посмотреть, как это делают другие, либо поделиться своим опытом, логически разложить эту ситуацию, и тогда у тебя не будет возникать страхов по конкретным ситуациям. Ну а с перееданием и со всем остальным мы будем продолжать работать дальше. Поэтому я хочу сказать, что вы у меня можете вообще все. Если сильно захотеть, можно в космос улететь. Похудеть – это только начало. И я хочу сказать, что то, как мы выглядим, это отражение нашего внутреннего мира. И мне всегда спрашивают, тут девочки в Инстаграме тысячами пишут, что мне нужно сделать, чтобы похудеть. Некорректный вопрос. Все и так знают, что нужно сделать, чтобы похудеть. Вопрос, чтобы похудеть, должен звучать так: какой я должна быть? И ты для себя сама должна определить, какой ты должна быть, чтобы похудеть. И здесь еще одну мысль хочу добавить, крайнюю, да? Многие девочки, которые похудели, не знают, почему они похудели. Я вот столкнулся с тем, что они не знают. Потому что, спрашивая у них, они отвечают: я следила за своими тренировками, я следила за своим питанием. Что не является истиной. Почему? Потому что она эту информацию и до этого знала. Каждый школьник, каждый бомж, каждый сосед ей сказал бы об этом. Меньше ешь, больше тренируйся. И она 3 года назад, 5 лет назад это знала, но почему-то ей это не помогло. Потому что сейчас что-то изменилось в ее сознании, что-то изменилось в ее жизни, что так повлияло на нее, что сейчас она готова, замотивирована делать те действия, которые дают ей результат. Сами по себе тренировки, это знаете, как типа, почему ты стал богатым? Я потому что я работал. Ну,
Понятное дело, все работают, но не все становятся богатыми. Так, мои дорогие, я желаю всем вам продуктивной, всем нам продуктивной недели. Ставим цели по весу, ставим цели по шагам, ставим цели по тренировкам, в какие дни мы будем тренироваться, и заполняем баллы РНЖ, потому что по ним мы будем разыгрывать наши витамины. Девочки, я вас всех очень люблю.